Всем привет! Сегодня я снова здесь, чтобы сделать вам чуточку лучше, рассказав, какая погода нас ждет в ближайшие дни. В субботу нас ждет пасмурная погода, пройдет дождь. Столбик термометра днем покажет плюс 15 градусов, а ночью плюс 6. В воскресенье солнце будет редко показываться из-за облаков. Днем столбик термометра покажет плюс 15 градусов, ночью плюс 7. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.